Стоимость биткоина на торгах достигла рекордной отметки в 50 тысяч долларов. Активный рост котировок начался осенью прошлого года. В октябре криптовалюта стоила около 11 тысяч долларов, а уже в декабре ее стоимость превысила 20 тысяч. В январе котировки увеличились в два раза. В целом, с начала года стоимость биткоина возросла более чем на 70%. Заметное подорожание началось в марте 2020 года после начала пандемии коронавируса. В связи с распространением COVID-19 правительства разных стран ввели ограничительные меры, которые привели к замедлению деловой активности.